Я кучу времени, чтобы мы с тобой чем-то похожи. Это здорово, что мы встретились. Прекрасный день обзавестись собственной тарелкой. Ладно, нужно. Что? Что? Надоело похлебка с хлебом. Курятины и рыбы уже не лезут. Договорились. И все? Ты чё смотришь? Я тебя не боюсь, Ой, ясно? Хоть там. Я и младше. Говорят, женщина Норд справится с чем хочешь, если хорошенько подумает. Команда отменится. Не хочешь податься в наемники? По-моему, дело как раз по тебе. Побрякушки и безделушки, руки лучшего кузнеца в отцовской Риме. Мясо стойное стало ярло. Приходите и взгляните на свежайшее мясо. Блестящие безделушки для прекрасных дам. Все как одна сделаны рукой великого Йорвунда серой гривы. Надоело похлебка с хлебом? Курятины и рыбы уже не лезут? Угостите себя и близких отличнейшей вырезкой и нежнейшим мясом на ребрышках. Руки лучшего кузнеца во всем Скайриме. Молодцы, красоты. Скайриме. Тогда играем. Мясо достойное стало ярла. Приходите и взгляните на свежайшее мясо. Блестящие безделушки для прекрасных дам. Нежнейшая дичь, все только что из леса. Все как одна сделаны рукой великого Йорвунда серой гривы. Надоело похлебка с хлебом? Курятины и рыбы уже не лезут? Угостите себя и близких отличнейшей вырезкой и нежнейшим мясом на ребрышках. Нежнейшая дичь, да только что из леса. Боевая система. Самая лучшая боевая система. Была в Маунтенбо, а теперь... Блестящие безделушки для прекрасных дам. Все как одна сделаны рукой великого Йорвунда серой гривы. Мясо достойное стало ярло. Приходите и взгляните на свежайшее мясо. Скайхот против
надоела похлебка с хлебом? Курятины и рыбы уже не лезут? Угостите себя и близких отличнейшей вырезкой и нежнейшим мясом на ребрышках. Блестящие безделушки для прекрасных дам. Все как одна сделаны рукой великого Йорлунда Серой Гривы. Как одна сделана рукой великого Йорлунда Серой Гривы. Надоел похлебка с хлебом? Курятины и рыбы уже не лезут? Угостите себя и близких отличнейшей вырезкой и нежнейшим мясом на ребрышках. Я не могу думать ни о чем, его сына.
моего Торальда. Они говорят, что он убит, но я-то знаю. Я знаю, что мой сын жив. Эти сыны битвы, они заодно с имперцами. Они тоже знают правду, но врут мне, глядя прямо в глаза. Говорят, Стража Рассвета возрождается. Это охотники на вампиров или что-то... Обосновались в старом форте возле рифта. Может, и мне стоит к ним пойти, а? Я работаю на Белитора. В лавке помогаю. Заходи в лавку. Мы с тобой чем-то похожи. Это здорово. Я тень за твоей спиной. Хочу позатрубить Яном, но поболтать некогда, слишком много дел. Мясо достойное стало ярло. Приходите и взгляните на сужающее мясо. Побрякушки и безделушки, друг лучшего куда во всем Скайриме. Нежнейшая дичь! Только что из леса. Блестящие безделушки для прекрасных дам. Все как одна сделаны рукой великого Йорлунда Серой Гривы. Мясо достойное стало ярла. Приходите и взгляните на свежайшее мясо.
нежнейшая дичь, только что из леса. Блестящие безделушки прекрасны.